Иногда в игре бывает такое, что вы заходите в журнал, пополняете свой боезапас, покупаете тоники, и тут хлоп, транзакции прекращаются и больше ничего не приобретается. С вами Готик и с вами Сократ. В этом видеоролике я расскажу, как сделать так, чтобы это не происходило. Максимально пополняем боезапас, покупаем тоники в два клика мышки. То есть, видите, в данный момент у меня прекратилась покупка тоников, то есть я тыкаю, ничего не происходит, то ли баг, то ли фича, то ли защита транзакций, куча покупок. В общем, от этого можно избавиться, если... Есть два способа. Первый способ, это если вы нажимаете L, быстрый вход, заходите в какой-то вид режимов противоборств, захват, удержание, там, неважно куда. И перед началом игры у вас появляется возможность пополнить инвентарь, боезапас и так далее. То есть вы можете почистить оружие, или же пополнить весь боезапас на текущий тип вооружения. Но мало кто знает, что если нажать кнопку E, то можно купить тоники первого уровня на выносливость, здоровье и меткий глаз. Причем можно купить одной кнопкой мыши. То есть зажимаем пробел и получаем полный комплект всего обмундирования. Что делать, если мы хотим купить не только тоники первого уровня, а патроны и так далее? Для этого нам надо зайти на сайт Rockstar Games, выбрать игры Red Dead Online, выбираем каталог, заходим в электронный каталог, в котором сразу будут автоматически показываться скидки на этой неделе, действующие и так далее. Приобретать можно провиант, лошади, все, что с ними связано, и в том числе тоники. То есть мы заходим, нажимаем тоник или лекарство и выбираем нужное нам необходимое количество. То есть зажать и нажать кнопку не получится, надо именно тыкать. Но здесь это сделать безопасно. То есть вы купили, которое вам нужно количество, и оно автоматически к вам попадет в инвентарь. Вот таким вот образом. Покупать можно тоники и оружие, патроны, боезапасы в любом количестве, оно не багнется, сразу попадет в инвентарь. Надеюсь, это кому-то было полезно. Подписываемся на канал, ставим лайк, пока. Подписываемся на канал, ставим лайк, пока. Да?